дети? Детки, а вы знаете, какой скоро будет праздник? А какой? Давайте громко с бабушками и дедушками вместе крикнем. Громко. 3, 4. Само Рождество для меня является религиозным праздником, хотя в последнее время через телевидение придают все больше и больше светского значения. Но все-таки Рождество, в первую очередь, это воспоминание о тех событиях, которые произошли 2000 лет назад. Естественно, для того, чтобы напомнить одесситам, что это не просто украсить деревья лампочками, то мы установили вертеп, где рассказывается история Рождества, где есть Мария, Иосиф. Но также с 3 по 8 января каждый вечер будут петься рождественские пения, где будут рассказывать не только пения, а также будут постановки, будет Санта-Клаус, который будет раздавать подарки и будет напоминать о том, что родился Спаситель наш Иисус Христос в Вифлееме и что, живя в христианской стране, мы должны знать элементарные вещи о Рождестве. Я желаю, чтобы в этом году исполнились наши желания. Хочу, чтобы одесситы действительно почувствовали мир и тепло, исходящее от Бога, как это произошло 2000 лет назад. Пусть Бог благословит каждого из нас, что мы жили в мирном городе и благословенном.